Я хранитель. Хранитель историй. История любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? В общем, да. Как-то... Чего? Неловко было учиться одному. А ждать, что я тебя буду везде за ручку водить, нормально? Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они, ну это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Что? Взял меня? Серьезно? Меня же пригласили. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Течешь? Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто... Учеба в меди – сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Да, понимаю. Тяжело тебе. Все нормально. А? Ха, да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно.
Эй, слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не просите мединститут? Нет, но... Ну, это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Слушай, сердце. Любишь? Вперед. Привет! Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад. Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. А это, кстати, Брэд. Братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Ха. Прошло слишком много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... Да. Круто. Супер. Я люблю пиво. Ты, Брэд, птица высокого помета. Полета. Не занудствуй. Раньше уже погружался? Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежен. И где капитан этого корыта? Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Если ты предлагаешь... Не держи в себе. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. Посмотрим, что там есть. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рэк, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Брэд был так уверен, что это здесь. Так-то да. Шансы найти иголку в стоге сена не слишком велики. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Вы только полюбуйтесь. Выходит, Брэд все правильно рассчитал. Я в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово помог. Флис, мы нашли самолет. Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Слушай, просто скажем потом, что ныряли и нашли его. Какая разница? Полагается.
Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат? Привет. Привет, малыш. А это похоже на вход. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Пользоваться умеешь? Нет, не умею. Не надо его трогать, ладно? Что-то тут не то. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Да, ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Ну, нырял к паре реков. Не эксперт. Но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рек, имей в виду, что нужно следовать определенному протоколу. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Ладно, я все понял. Сколько? Что сколько? Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты закрыла на это глаза? Ты... Да при чем тут деньги? Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Снаряжение почти готово. Может помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. В общем, дело такое. Я почти уверен, что она подделала свой сертификат дайвера. Там печать буквально облезает. И есть пара подозрительных орфографических ошибок. Вот почему она такая странная. Явно что-то скрывает. Ага. Зато теперь будет что ей предъявить, если она опять нам мораль читать начнет. Папины адвокаты вцепятся, как акулы. Ладно,
Я пока займусь репризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей. Скажи, когда будешь готова. Чё как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило. Эй, всё это часть приключения. Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. Баллоны уже готовы! Похоже, Джулия взяла с собой все. Если б не цена, запах и запах. Но она счастлива. В общем, это ребризер. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука! Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга, сперва кислород проверь. Спасибо за помощь. Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Палка у меня. Да, я это вижу. Ха-ха. Все, детишки. Пользовалась такой? Можно нырять. Против акулы? Нет. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Моя палка буквально пронзит палубу. Жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Я никому не скажу. Ну, вряд ли рэп проверяют каждый день. Вон, силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт.
еще и не тронутый. Это же охренеть какая находка. Давай поплаваем, поищем вход. Ну, капитан, как насчет ЕНТ со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет. Пылкий Юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Бас, мне пока что надо следить за твоими друзьями. Красивый у тебя корабль. А деньги откуда? Ты в курсе, что невежливо спрашивать девушку о деньгах? Есть такое. Я просто сам подумывал яхту купить, думал, может, ты расскажешь мне что да как. Знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Погода ясная. Надо приглядывать за облаками. О-оу, становится довольно людно. Ну чё, как дела? Судя по всему, ты уже начал расслабляться на полную. Я человек многих талантов. Что, застрял на суше? Типа кит? Да не, я подумал, зачем тратить время на глубину, когда на поверхности такая красота. Ну-ну. Долго ты это придумывал? Почти полдня. Умеешь развлечься. Извлекаю максимум. Угу. Еще поболтаем. Ого, какой необычный рэк. Теперь не влипнуть бы в неприятности. Чем я их тут держу?
что им нужно. Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Нам ничего делать не надо. Я капитан, и я разберусь без тебя. Все ясно?